она составлена из двух слов: нитка и точка. То есть как будто это точка из нитки получается. В этих работах, которые я сюда привезла, нет ни грамма краски. Они делаются не с помощью кистей и красок, а они делаются с помощью ниток сотен оттенков и ножниц, и клея. Вообще не скажешь. Я вот так смотрю, даже не подумала, что такое. А как вы решили, пришли к такому вот интересному? Как часто бывает, мне было бы счастье, несчастье помогло. Я работала в школе, преподавала изобразительное искусство, потом заболела, мне надо было чем-то жить. И я вот подумывала делать такие картины, поскольку масло мне вроде показано. Как интересно. Мне всегда нравилась шерсть, и вышивание, и вязание. То есть это рукоделие, это мое. И как вот из ниточек, которые я раньше рукодельничала, стала заниматься творчеством с помощью ниточек. Интересно, вот это дерево вы делаете, шляпку вот эту, да? Это иголка, там что-то не участвует, нет? Нет. Только руки, нитки, ножницы. А вы что-нибудь заканчивали или это вы сами просто придумали технику? Технику как бы я сама. То есть... Еще я хочу сказать, это мое представление. Для такого рода картины и так тепло может делать только провинциальный талантливый человек. Провинция – это не уничижение, провинция – это место проживания. И в этом плане вот такие вещи, любовью к городу, какие здесь есть. Вот, например, здесь зайдете на сайт Китькова, и там выйдет все картины, так, каталоги ее картин, они все есть. Часть картин уже в коллекциях находится одна. К счастью моему, находится у меня, причем одна из лучших ее картин. Называется «Мимолетная вечность». Потрясающая картина там не. Это мулины, да? Нет, это не мулины, это шерсть в основном. Ее не настрепали, аккуратненько на нужное место приклеивают. Это ваше творчество, да? Преподавала в школе. «Осенний сезон» – это коллективная выставка, в которой участвует 47 художников. И персональная выставка Любови Хитьковой. Итак, я предоставляю слово Станиславу Артуровичу Айдиняну, постоянному куратору наших это выставок. Это полотнистые иной раз работы, они приобретают такую мягкую светотональность переходов, которая, конечно, труднодостижима при классической акварели или при классической потолковой массе. Вот, допустим, и в то же время она тут же включает туда лирическую толстом, да, мы назовем это композиционное. Дорогие друзья, сейчас я хочу вас познакомить с Любовью Борисовной. Пожалуйста, выходите к нам. Любовь Борисовна Хитькова, персональная выставка, пожалуйста. Я порежу холсты острием азиатского месяца, и в ладони лицом до утра пою под беду. Ни в один каталог душа моя не поместится, в междуречье слов и белых следов уйду. С кружевами зим и алыми лето-лентами, с ароматом вин, привкусом терпких слов, будет белый принц на углу торговых билетами, на чужой спектакль или ему. И когда я сюда приехала, вот эти стихи были у меня написаны очень давно, я еще очень молодая была. А сейчас моя выставка называется «Вы все видели банки лета». И сколько бы впереди этих выставок не было, вот это вот, что без любви, наверное, не жить невозможно, не творить невозможно. Это вот мое лето. Когда я работаю, я никогда не сажусь делать свою работу в плохом настроении, потому что я полагаю, что через мои руки все мое настроение, все, о чем я думаю, оно все вот в это двухмерное, эфемерное пространство помещается, и потом на зрителей я качаю книжечку своих стихов подарить с удовольствием Татьяне Евгеньевне за то, что она мне скажет. Thank you.
дорогие друзья, мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего вечера. У нас сегодня в гостях удивительный хор. Сейчас мы все оценим. Хор «Воз Золоты», территориальный центр социального обслуживания Таганский. Вокальная группа, это женская вокальная группа «Рябинушка», которая образовалась на базе нашего хора. И в преддверии праздника, юбилея нашей замечательной Москвы, 870-летия, мы вам приготовили небольшую такую программку и хотим поздравить вас всех с наступающим этим праздником. Желаем вам хорошей погоды и хорошего настроения на эти все выходные дни. Итак, вокальная группа «Рябинушка», хор «Воз Золоты».